Всем привет, наша любимая игра Родина. И что ж, я предлагаю вместе немножко поиграть. К сожалению, опять начинают появляться сухарики, но это все не важно, и со временем все равно потихонечку я их убираю. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Так, кто куда? Я к туристам. У меня скоро будет новый кораблик, но я смогу заполнить в нем только 2 из 3. И поэтому я еще все в раздумьях, брать его или нет. Так, ну что, грузимся или как? Есть. Всего 2. Скромно, очень скромно, и никто больше не захотел. Ой, мне нет этого чая. Наверное, я ее все-таки прогоню. Куплю, не куплю, кто его знает. Ой, она не успела на кораблик, да? Или успела? Успела. Так. 1, 2. Клубничка. Это мы сейчас принесем. Орешки для Золушка. О, мной обнаружен чемоданчик. Удачненько. Я выбрала кустик. Скажем так. Так, лучше так посмотреть, что еще можно принести. Это я точно делала, точно помню. Ага, другой вопрос, могу ли я это взять. Выходит, что нет. Так, шпроты. Угу. Там того нет, там того нет. Ну, как-то так. Значит, попозже заберу, через 2 минуты. Скажем так, не все сразу. Тут у нас плохо все. Тут у нас надо взять. Ладно, чтобы взять, надо как-то вот так. Теперь я буду готова взять. И 1, 2, 3. Рукавички. А сколько же нам рукавичек надо? Сейчас убедимся в том, что немного или много. Тут 2. Так, а в сувенирном? И сувенирные 2 рукавички. 1. И все. Так, а в сувенирные мне надо захватить еще вот так. Все. С рукавицами мы разобрались. Идем относить. О. Я нашла чемоданчик. Почти ничейный, туристы забыли. А там бабах, динамит. Так, тут мы тоже справились. Идем в нужном направлении, нет? Да. Есть свободные места, получились. Теперь надо кого-нибудь накормить обязательно. Только надо решить, с кого начать. Типа вот так. Ага. Прикольно. Но то, что у меня может не быть свободное место, я даже не подумала. Один взять. И опять... Сначала кормить, а теперь можно и взять. 49, 50. Есть. Надо поставить, то совсем мало. Так, и еще шапочку надо сделать для туристов. Шапочку. И шапочка. Есть.
шапочкой мы разобрались. Ну что, коровки, будем давать молоко? Маслечко. Маслечко. Еще маслечко. И снова маслечко. Сырок. Так, все, хватит. Увлеклась. Мне надо так, чтобы доставала и там, и сям. Раз. Два. И три. Собираем. Что у нас? Семь. Четыре. Ой, четыре — это очень мало, между прочим. Где у нас этот заводик? Вернее, не заводик, а деревце. С какао. Какао. А, вот. Раз, два. О! Тут мне кто-то помог. Попросить. Попросить. Не попросить. Танюша, спасибо. Так, ставим. Теперь ставим. Раз, два, три, четыре, пять. Собираем мы опять. Идем теперь. Ух ты, еще две. В общем, мне уже пора садить заново кусты. Правда, скоро места для них не будет, потому что все в сухариках. Раз, два, три. Есть. Четыре штуки всего. Как-то так маловато будет. А, не-не-не, мне надо другое поставить. Так, места нет. Раз. Три. Места таки уже нет. Мы сюда. Семь. Четыре. Шесть. Чудненько как. Раз, два, три. Четыре. Четыре. Есть. Поставили. Так. Теперь надо разобраться здесь окончательно. Собираем, собираем. Шесть. Три и два. Тут мы поставим, по-моему, яблочки, если я не ошибаюсь. Что мы хотим? Так и да, два яблочка. У нас только одно. Кто-то съел все яблоки. Кто-то был голодный. Есть яблочко. Так, товарищи лошади, кони и скакуны. Все? Нету, нету, нет. Веселые кролики, любящие играть со мной в жмурки. Все разбежались? Все. Так, занимаемся клубничкой. Занимаемся. О, подарочек. То вот так. Крючок собираем. И садим, садим, садим. Вот так. Чаечек у нас. Нам чаечек особо не надо, но вот вчера, по-моему, у меня был кораблик с чайком. Так что вполне пригодился. Да не прыгай, сейчас открою. Пять писем всего. Мало пишут. Мало вчера помогала. Ну, две марочки все равно заработала. И это радует. Так. Ой, клубники. Помню, как я ее
найти не могла, чтобы развести. Так что не будем терять клубнику. А надо ее выращивать. Стоп. Амбар сказал стоп. И чего туточки? Огурчики. Огурчики. Так, прежде чем продолжить, надо убедиться в том, что я все же все отнесла, что хотели. А нет. А вот это действительно не все. Во-первых, это надо взять. Тут, конечно, наверное, не доберусь. Ай, но я пыталась. А здесь мне надо поставить со второй страницы. Так, сначала надо раздобыть яблочек. Молодильных. Тихо. Амбар мы хотели увеличить, но нечем. Увы. Ха. Ну, как-то так. Угу. Так, а что я хотела отнести? Кому? Спрашивается. Кинотеатр. Кинотеатр ждет нас на сеанс. Так вот, есть. Ну, остальное подождет. А я что не делала разве блинчиков? Очень удивительно, очень-очень удивительно. Нет. Ну что, будем пытаться дальше добраться до шпротов. Есть! Шпроты есть. Так. Подарка больше не дают. А, потому что жадные. Угу. А хотя бы амбар улучшать. А, только так сразу 6 штук. 6 штук это тебе не шуточки называется. А довольно-таки еще прилично. Чемоданчик плохой. Так, ну теперь я это возьму и все. Потом пробежимся по соседям. Сахарный завод должен. Сироп есть, пудры мало. 6 штук свободно я сделала. Ореховый куст. Попросить. Да все. Все понятно. Так, да что же такое? Заводик надо, кстати, поставить. Чем поставить вот так и здесь и вот так. Все, ух ты, есть у нас капуста, неправда, просто кто-то не пошел, не собрал урожай. 2 3 4 3 все. Союз. Обрывать ничего не надо. Ух ты. Ну, это еще все может измениться. Хотя, ну, третье, как минимум, третий месяц все равно будет. Ну и подарки, если трое сделают по 5, то подарки будут все. Хотя, конечно, жалко, что мамалика от нас ушла. Они меня прям дразнят этим чемоданчиком. Открыть же все равно не дадут. Ого. Ну, спасибочки.
Прям как-то не ожидала. Прям приятно. Приятный бонус. Теперь я пошла помогать. Начнем со Светочки. Привет, Светлана. А вам как? Полить или в кораблик? Или полить прям в кораблик? Так. О, чемоданчик, я его искала. О, недаром проведала Свету. Ой, а походу у меня такая штука должна быть. Надо сейчас поехать посмотреть. Но это не точно. Ну, вроде как. Да. Света, встречай, я возвращаюсь. Итак, помогли. Скажем так, чем смогли, тем помогли. Идемте дальше. О, Вика. Вика. Это есть? Ой, этого такого у нас и не бывает. Это ж молочный продукт. Это дефицит. Дико извиняюсь, но ничем не могу помочь. Идем дальше. Ангелина. Чемоданчиков не подкидывала. Поливать ей тоже не надо. У нее только кораблик. Но интересный кораблик. У меня такого нет. Маша. Просто Мария. У нее кораблик есть. Чемоданчик никто не забыл. Лейку можно выкинуть по дороге. О. Не-не-не, мы Кленочки. Елена, встречай. У нее сухариков нету. Но есть полив. Два. Ух, и еще полив. Так что лейку захватила. Недаром. Так, полить я полила. Теперь кораблик. Вот так вот. Есть. Я отправляюсь дальше. А видео мы будем, наверное, заканчивать. Я пришла в гости к Даниилу. У него есть кораблик, но поливать у него нечего. Ну ничего. Пожалуйста, мы вам помогли. Отправляйте ваш кораблик. Тут что у нас? А тут у нас полив стопроцентный. Еще с чемоданчиком. Правда, с бракованным чемоданчиком. Без ключа. Ух ты, какое деревце симпатичное, деревце. Так, принцесска, это ж наша принцесска. Привет, Ваше Величество, мы к вам гости. Так, поливать надо, нет? Походу нет. Сейчас еще кажется, что кораблик не надо. Не, кораблик надо. Ой, анима. И на этой печальной ноте, к сожалению, помочь не могу. Всем пока!